Масленичная неделя подходит к концу завтра в полдень. Тех, кто желает проводить зиму, ждут на Черном озере. Здесь будут площадки для детей, горки, есть даже поле для битвы стенка на стенку. Можно будет покататься на лошадях и собаках, посмотреть концерты и отведать блинов. Не осталось в стороне от праздника и наша телерадиокомпания. Сегодня в редакции «Вестей» угощались главным блюдом – блинами. Их пекли с раннего утра наши корреспонденты.